Местные жители ждали ремонта дороги, связывающей деревню Жабкино с Расторгуевским шоссе, долгих 10 лет. Состояние дорожного полотна до недавнего времени было, что называется, как после бомбежки. Выбоины и ямы провоцировали аварии и пробки. К тому же не было тротуара, поэтому пешеходам приходилось идти по обочине проезжей части. Люди мучились, не проехать, не пройти было. А сейчас тротуар, можно хотя бы дойти до остановки и до поселка Измайлова, до амбулатории. Мучились. Вот как мы здесь заселились, наверное, с 2000 года. Власти поселения не имели возможности выделить деньги на ремонт дороги, так как та принадлежала местному садовому товариществу. Не была сформирована как объект, поэтому ее долгое время не могли принять на баланс. Благодаря депутатам сельского поселения последнего созыва в 2018 году дело сдвинулось с мертвой точки. Только вот в 2018 году нам удалось подготовить все документы для того, чтобы передать его в казну Ленинского района от предыдущего собственника. Его приняли в казну уже, это было, наверное, в октябре месяце. Очень оперативно был этот объект расторгован, выделены денежные средства, и мы сделали вот такую прекрасную дорогу. Дорога была отремонтирована на бюджетные средства сельского поселения за один месяц. Также появился пешеходный тротуар. Ремонт обошелся более чем 9 миллионов рублей. В ближайшее время дорогу планируется оборудовать освещением. Сейчас построили ее новые, хорошие, расширенные, построили тротуар, красиво, хорошо. Единственное, одного минус, то, что ездят с большой скоростью здесь. Надо ли ограничение какое-то ставить здесь, или что-то такое, лежать типа полицейских. Потому что скорость здесь невыносимо большая. Благодаря активности жителей в деревне Жабкино появилась также новая площадка со сценой для проведения праздников. В прошлом году жителями Ленинского района по программе инициативного бюджетирования было предложено около 20 проектов благоустройства, из которых 4 решили реализовать. Часть средств на возведение площадки пошла из местного бюджета, часть из бюджета области, и около 1% стоимости работ оплатила инициативная группа жителей. Общая стоимость данного проекта около 2,5 миллионов рублей. Место мы выбрали здесь, в деревне Жабкино, тоже не случайно, потому что вот у нас здесь как бы такое-то место получается центральное в деревне. У нас здесь вот обелиск павшим героям. Мы считаем, что воспитание детей, которое мы, для чего мы и делали эту площадку, оно должно быть неотъемлемо с тем патриотическим воспитанием, которое, в общем-то, выражается как раз в поклонении памяти героев, погибших в Великую Отечественную войну. Площадку планируется использовать для коллективных спортивных и культурно-досуговых мероприятий, а также детских занятий. Открытие состоялось в новогодние праздники. Так как на территории поселения нет кинопредприятий, администрация планирует в теплое время года использовать площадку и как летний кинотеатр. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.